ситуацию примерять на других. Правильно? Покажешь мандарин, хоть так посмотри. Сейчас покажу. Это вместо тарелки у меня. Вместо тарелки я решил воспользоваться крышкой из-под... Чем не тарелка? Ну, просто неудобное основание. То, что здесь выпирает эта штука. А так стоит и можно как на тарелке есть. Мандарин. Но вот эти вкусные мандарины. И без косточек пока не попадались. Ой, что я нажал? Периодически философствую, когда настроение для этого есть. Руслан Бровкин, ну я чуть не хочу красить волосы. Пока. Не хочу. Владу стрим почаще, пожалуйста. Стараюсь. Спасибо. Да, без косточек, потому что я очень осторожен с косточками. Поэтому я даже и не ем мандарины гибридные. Но если ем, то крайне редко. Потому что там очень много косточек. А это опасно. Бизнес-сука, спасибо. Дидюка тоже спасибо. Нет, все. Значит, косточек нету. По 777 спасибо. Код док. Возможно, да. Маршал, если будет срыв, как вот у меня бывает срыв, они на обычную еду. Я всеми силами не стараюсь не покупать никакие фастфуды. Это же затянет. Андрей Лякин, уважение. Зубы не покажу вам, там плохо все с зубами. Нет, не косточка, я думаю, косточка. Я не хочу дольками тут размусоливать. Я по половине мандарина сразу пихаю. Вася, привет. АСМР очень редко когда слушал. В основном женские АСМРы. Но это было не часто. Меня раздражают. Они раздражают. Очень редко, когда нравится. Какие YouTube каналы подписаны? Да я уже ни на кого не подписан. Я уже не говорю о том челлендже с поеданием 5 бургеров или запиванием 2 литра в газировке. Влад, ты гений. Спасибо. Спасибо за донат. Но я имел в виду косточки, аппендицит, но не поперхнуться. Иногда да, я боюсь подавиться, и что кто мне по спине постучит там или что-то типа этого. Но в данном случае я косточки из-за аппендицита выбираю. Уазис, привет. Что бы сейчас поел? Да любой фастфуд почти.
Мне климат помог, то, что первое на память приходит. Нос стал дышать. Я его не капаю практически вообще. Нос перестал, то есть стал дышать. Лет капал в нос. Много лет. Вот здесь со временем прошло. Я мало двигаюсь. Так, что-то здесь. Ножика под рукой нету. Тогда я сделаю по-другому. Это мы смотрим. Вася, Вася, спасибо большое за донат. Еще момент. Сейчас приду. Ну как ты не запрыгнул в поезд? В итоге ты запрыгнул. Да, в итоге я в поезде проехался. В итоге. Или нет? Я забыл. Там был еще другой симулятор. Там уже был Chinese Train Trip. И я на него тоже сделал видос. Только я вот не помню, в каком я сумел на поезд забраться. Джей, понятно. Вредно. Родаки говорят, что кислота вредна, а витамины. Чё кислота? Кислота в лимоне опасна, я считаю. И а в мандаринах я про кислоту ничего не изучал.